Для большинства производителей одежды по всему миру доклад Pantone Fashion Color Report является руководством по цвету для будущего сезона. Всего в модной палитре прогноза представлено порядка 10 оттенков. Для нашего еженедельного обзора мы выбрали оттенок «Бледный кизил». Если отбросить поэтические образы, это нейтральный приглушенный розовый. Юный, ненавязчивый, он становится идеальным цветом для нежных образов. Бледный кизил – тот цвет, которого не бывает много. В прошлом сезоне модный розовый имел название «розовый кварц». Его дизайнеры любили сочетать с голубым оттенком «Безмятежность». Его преемник, бледный кизил, тихий, спокойный и менее холодный оттенок, лучше всего предстает в компании серого, бежевого и телесно-пудрового. Лишенный навязчивости и вызова, этот оттенок розового скорее близок к понятиям «хороший вкус» и «утонченность», что очень точно отвечает современной моде.